Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Так как я очень люблю кабачки и у меня очень много единомышленников вкусных блюд из кабачков, сегодня хочу показать очень вкусный, легкий, теплый салат из кабачков. Начинаем готовить, поехали. Для нашего блюда понадобятся кабачки, перец сладкий болгарский, соевый соус, лук, соль, черный перец и немного подсолнечного масла. Лук нарезаем полукольцами, не слишком толсто и не слишком тонко, примерно в 0,5 сантиметра. Вот таким вот образом нарезаем весь лук. Мы сейчас с вами подготавливаем все ингредиенты. Сначала подготовим, потом начнем их готовить. Лук я уже нарезал, а теперь очистим от семян перец болгарский. Очистили, разрезаем пополам и также полукольцами нарезаем болгарский перец. И также нарезаем полукольцами. Отправили сковородку на плиту, добавляем подсолнечного масла, примерно около 100 миллилитров, даже меньше. Включаем максимальный огонь. Первым делом отправляем лук. И обжариваем около 1 минуты. Спустя ровно минуту отправляем кабачок. Старайтесь кабачок не пережарить. Спустя 4 минуты обжаривания кабачка отправляем сладкий перец. И еще буквально минуты 3-4 и блюдо наше будет готово. В данный момент нам нужно хорошенечко присолить, попробовать на соль. Добавить, если нужно, старайтесь не пересолить такой вкусный салатик. Сейчас мы посолим его и поперчим по вкусу. Добавляю 2 щепотки соли. Слегка приперчу. И перемешаем. Аромат идет просто обалденный. Обязательно, друзья, приготовьте такой салатик на ужин. То, что нужно блюдо. Добавляю также примерно столовую ложку соевого соуса. Опять же, хорошенечко перемешиваю. И накрываю крышечкой. Нам осталось буквально 2 минуты. Для оформления использую салат и помидорки черри. Берем блюдо, устеливаем листьями салата. Выкладываю салат, свой теплый салат на листья салата. Смотрите, какой красивый, красочный. За кадром у меня гром. Думаю, не сильно помешает. Так, помидорки черри нарезаем пополам. Сверху украшаю семенами кунжута, а также семенами льна. Такой вкусный салат улетает просто за один раз.
очень вкусный, очень ароматный и очень красочный. Даже подойдет к любому празднику. Готовьте вместе со мной, радуйте родных и близких. А также не забываем подписываться, комментировать и делиться с друзьями. И не забываем подписываться на мою страничку в Инстаграм. Всем пока!